ты лучшая в классе. Здесь, в Петербурге, в Императорском балетном училище, мне было так приятно это услышать. Возьми платок. Через 2 дня мы уже будем дома, в Варшаве. Ну, просто этот ужасный климат тебе не подходит. Но ничего страшного. Ничего страшного? Я больше никогда не буду балериной. Ничего страшного? Почему ты мне сразу не сказала, что у меня больные легкие? Болезнь обострилась из-за здешней сырости. Ну, кто же знал? И про отца. И про отца ты тоже не знала, что он домой вернулся! Да. Он вернулся. Но не к нам. У него теперь другая семья. Ребенок. Девочка. Это я виновата. Я должна была поехать за ним. В Сибирь? В Сибирь. Куда угодно, хоть на край света. Мама, мамочка, ты же осталась из-за меня. Из-за меня. Мама, мамочка любимая, ну не плачь. Мы проживем не хуже, а лучше других. Вот увидишь. С того дня я чувствовала, что отвечаю за маму. Я поступила в театральную школу, окончила 3-летний курс в 1 год, получила главную роль. Работала с утра до ночи, чтобы мама ни в чем не нуждалась. А мне хотелось больше. Во сне я видела себя героиней необыкновенных историй. Сам герой, музыканты, гениалы, спекулянты!
вещи я уже уложила. Термос, теплые носки, немецкий разговорник и Гёте в оригинале. Узнаю наших. Мама, мне сейчас такое снится. И до роды всегда плохое снится. Нет, мама, это чудесный сон. Я чувствую, мам, сумарол, это мое. Скажи, сколько там будет девушек на одну роль? 10, 20? Это же великий режиссер Макс Рейнхард. Ну, если он хоть что-нибудь понимает, он выберет тебя. В начале 20-х Берлин был просто раем для артистов и художников. Здесь было все. Кабаре, концерты, выставки, театр и, конечно, кино. В кинотеатры шли, чтобы смеяться, плакать и дрожать от страха. Простите, ручной тормоз!